Школа номер 9. В актовом зале собрали старших по домам из Первомайского района. Главная цель мероприятия – повышение грамотности потребителей коммунальных услуг. В методическом пособии, по которому и проводили очередной коммунальный урок, 7 разделов. В них указаны нормы законодательства, регулирующие правоотношения между управляющей компанией и собственниками и касающиеся поставки различных коммунальных услуг. Как показывает практика, вопросы у жителей бывают самые разные. Как обжаловать действия управляющей компании, либо же как обжаловать то или иное принятое решение на общем собрании. В этой связи то есть дополнен целый раздел, где можно конкретно посмотреть все со ссылкой на нормы закона, вплоть до обращения в суд и исполнения этого решения. На встречу уделили внимание самым актуальным на сегодня темам: общедомовым нуждам, установке приборов учета и капитальному ремонту. Должны ли собственники быть грамотными на сегодняшний день? Я думаю, что должны. Потому что вот сейчас у нас собрание проходило, ну, новые тарифы на новый финансовый год и прочее. Общей суммы, вот надо меньше или надо больше? А почему больше или почему меньше? Что же обосновывать надо? Получается обосновывать? Ну, получается. Наталья Васильева, Константин Белов. Наше время.